Сегодня состоялось событие, которое с нетерпением всегда ждет детвора страны – президентская елка. По традиции, глава государства лично поздравил детишек с наступающим Новым годом. Почетными гостями главной елки страны стали 200 юных кызылординцев, в том числе дети из малоимущих многодетных семей, сироты. Все они показывают высокие результаты в учебе, в творчестве, в спорте, активно участвуют в общественной жизни. На новогодний утренник они пришли в маскарадных костюмах. Здесь их ждала волшебная сказка с ожившими героями сказок и мультфильмов. Вместе они кружили хоровод, пели, танцевали. И каждый получил от Елбасы большой подарок. Вы самые талантливые, прилежные дети Сриля, наша гордость. Президентская елка проходит под девизом «Жаркыра Казахстан, жаркыра туган жер». Для того, чтобы процветала страна, надо, чтобы развивался каждый регион, чтобы выросли умными и сильными. Примите добрые пожелания Елбасы, родителей, учителей Сриля. С Новым годом! Подробный репортаж о президентской елке смотрите в наших следующих выпусках.